Александр Ильич Розенбаум, «Частное мнение». Душа перью бьют по плечу, пара яблок на деревьях в осень висят, да и мне осталось всего чуть-чуть, даже юнгам и тем под 80, да и в голову. Так как уложить 66 лет? С победой прошло, а там не то, что за день. Там за год не скажи, там за каждую минуту шлепнуть могло от лилифрица. Пришли домой, насмотревшись в Европах на чудеса, настречали печи сгоревших домов. Истомленные войной поля да леса, дождь шрапнелью бьет по лицу, льются ручейки в траншеях морщин. Я не стал стрелять, дал уйти под лицу. Было много горя, было мало мужчин, оклемались, стали жить, поживать. Все копили бедняги на то, на сё. Зря Никита провождя стране разжевал. Без царя России вечно в пропасть несет. Вон китайцы те ж дорвоты нахлебались поди. А не тлеет в мавзолее Мао Цзэдун. Он по-прежнему товарищ, не господин. И народ сберег, да и страну не продул. Дождь шрапнелью накрывает избу, как фашист под Вязьмой кучно кладет. Да кто ж затаил на нас такую злобу? Я утюг включаю, там Россия вперед. А куда вперед-то, если все позади? Раньше к доктору сходить мог, теперь с маслом фиг. Лекарь нынче нам на три района один. Денег нет, по пьянке ляпнул начфин. Да с ними кровными проблемы были всегда. Но рожали бабы, закопавшись в овес. Настрогать-то их нам, мужики, без труда. Да вот надо кипоставить, это вопрос. Дождь шрапнелью забивает глаза. Еле виден за рекой коттеджи уют. Офицерству их поставил и 2 года назад. Работы нет, вот всем поселкам и пьют. Дождь закончился, расстрелян боезапас. У кого вроде Жукова там? Все, что рассказал я вам, оно не про нас. Мы давно все полегли, не щадя живота. Все, что рассказал я вам, оно не про нас. Мы давно полегли, не щадя живота. Спасибо.